Начинать нужно тогда, когда у детей проявляется какая-то активность. И только от тренера зависит, как это продолжать дальше и в каком виде спорта. Я уже начал говорить, что от тренера многое зависит. Тренер должен понимать, что когда идет развитие ребенка, то можно опустить вертикальные нагрузки, увеличить горизонтальные. И это не важно, будет он заниматься своим телом или железными отягощениями, резиновыми отягощениями. По-разному можно. Я не вижу, если нет противопоказаний врача, если нет медицинских патологий, я не вижу ограничений. Будем считать, что я развеял мифы, хотя это не так, я думаю. Но думаю, что я внес свою лепту в положительное решение вопроса.